У нас есть кормушка на нашем участке. Мы выносим разный корм. Причем дети уже знают, какой корм можно сыпать в кормушку, а какой корм нанесет вред пищеварительной системе наших пернатых друзей. Ни в коем случае нельзя кормить ржаным хлебом. Хлеб очень плохо переваривается в кишечнике, забивается в зубы, и птица живет намного меньше. Нельзя кормить обжаренными семечками, обжаренным мясом и салом.